Развить социальные навыки и познакомить детей с миром людей с ограниченными возможностями здоровья. В Одинцовской гимназии номер 13 прошел квест по доступной среде в честь Дня информирования слепых. Хочется, чтобы дети из общеобразовательных школ немножко вовлеклись в толерантность, потому что они должны знать, что нужно очень-очень-очень ценить свое здоровье. Почему? Потому что очень много людей, у которых нарушение слуха, нарушение зрения, вследствие того, что они, к сожалению, могли так родиться, или эти нарушения у них произошли в течение жизни, они могли чем-то переболеть серьезным, у них могла быть какая-то травма, какая-то авария, и люди теряют эти навыки. Ребята с берушами в ушах и с повязками на глазах прошли небольшие препятствия. Каждый смог принять участие в игре и прочувствовать, как не просто людям с ограниченными возможностями здоровья. Я хорошо понимаю, да, теперь людей с ограниченными возможностями и буду им всегда помогать, если надо будет. Подобный квест проходит в округе уже не первый год, отмечают организаторы. Главная цель акции – показать школьникам, что надо ценить свое здоровье и быть толерантными. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».